Сегодня понедельник. Был с утра. Покажу. Пляж полупустой был. Да пустой, вообще никого не было практически. Там некоторые люди были и все. Это вот фотография, вы смотрели сейчас только перед этим сюжетом. Сейчас я снимаю 12 часов дня. И это понедельник. И это 18 сентября. А чё я на пляже? Позвонил мой друг. Возвращается с моря. Вон, он никак не может вернуться, никак сейчас. Все за него рыба цепляется. Давай, давай, к берегу подгребай. Все, рыбалка закончилась. Ведро, небось, пустое, да? Нет, что-то, видишь, включено, вышло зацепление, хорошо, в море. Я раз нажал на нее. Понятно. Ну, рыба была сегодня. Рыбаки, правда, горцали на этих яликах. Ну что тут, надо было постоянно искать ее. Показывай. Вот рыба. А крупная где? Сейчас посмотрим. Ну, есть такая, вот, еще и трепещет, еще, да? Это вот только недавно. Очень много было порывов, крючки рвало. Не могу поднять, да. Удары смотрю, пошло. Зеленуха, ёрш, да. И лускарь. Вот. Ну, я считаю, килограммов под 3 будет, 2,5. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Вот это зеленуха, видишь? Вижу, большая зеленуха. В этот раз большую зеленуху поймал, обычно маленькие идут, в этот раз большая. Что тут крупного зеленуха? Ласкири, ну хорошие оборвались были. Ну вот. А щук нет? Питочки. Где щук не бывает в море? И вот эти крокодабры. Ай, страшные такие. Да они на это, на уху самый раз идут. Ну вот. Вот окунь даже попался сегодня. Угу. Это как морской, что ли? Ну это морской, да, окунь. Да, да. Вот, видите, это барабанщик. Мелкий барабанщик там называем. Вот, да. Барабанильцет. Это вот. Понятно. Ну, уха, вот уха будет. Вот мешало, что. Рыбалки целый день сегодня. Вот эта мелочь вот. Это вот как раз. Это вот по траве работал. Вот этот на живца, раз и щуку у нас. Ну можно, да, поймать такую. На Волге. Вот это мешало по траве, когда рыбачили. А это на камнях и на песке. И это вот все тоже с травы. Ой, страшные какие, ну как же их все раз из рыбы. Я считаю, что сегодня рыбу искал. Значит, по морю. Что ты поймал? Ну, 2-3 килограмма поймал бы. А кто на месте просидел, как они 4-5 рыбок накажут, да это не рыба была. Ладно, зачет. Да, зачет. Лески опять же, вот леску. Морской, что это такое-то поспрашиваешь? Леску поставил толстую, 0,14-0,16, перестала клевать. Только ставлю 0,12-0,1 поводки, сразу по клевке пошли. А потом вода что-то битая стала лучше проклевывать. Вот. Ну вот норму примерно такую выбираешь каждый раз. Колючки нельзя. Ну страшно, очень страшно. У него и в жабрах колючки стоят. Смотрите, аккуратнее там. Вот где пальцы берете, там тоже жабра колючки стоят. Неприятно. Вкусные говорят. Михалыч, по стакану. И все. Уже можно по два. Если бы я пил после каждый раз после рыбалки, удачно, я бы уже, наверное, спился бы. Ну, что идти на рыбалку с берега, ловить вот таких 3 рыбки, вот, провести все утро.
Ну, может, человек в это время... Михалыч, может, человек в это время мечтает о чем-то, думает, понимаешь? Мечтаешь, когда ты ее пожаришь. Мечтаешь, чтобы кость... Каждая рыбалка сопровождается какими-нибудь приключениями. Сегодня у Михалыча было приключение. Вот видите, включено, да? Вот этот самый штырь, да? Он выскочил оттуда и чуть ли остался с одним веслом. Смотрите, как бы он плыл с одним веслом. Помните, пока ты индейца на каноэ, стоит сзади так и одним веслом туда-сюда, туда-сюда. Вот так бы Михалыч плыл сегодня. Но он вовремя это заметил и устранил. Ну, не до конца устранил, конечно. Будет еще доделывать. А с собой же молоток не будешь брать с чем-то. Надо что-то или трубку запасную возить. Михалыч, кувалда должна быть. Рука должна быть как молоток. Бац, и там на месте все. Ладно, все понятно. Да. Ну, сейчас пора мыть лодку пресной водой уже. Лодку, да. Рыба есть в Черном море. Да, мы же сняли рыбу твою. Вон она. Еще раз вернемся к этой рыбе. Вон она лежит, видите, смотри, лежит.